В детстве родители не разрешали нам долго играть на приставке на телевизоре, чтоб кинескоп не сгорел. И так этот момент настал, кинескоп таки сгорел. Ой-ой-ой. Что сейчас начнется? Сейчас еще и батя с работы придет. Шо... Жена, привет! Значит, короче, все, никаких вопросов, все, завтра. Сегодня футбол, а сегодня даже раньше завода отпустили. Значит, короче, я пиво, рыбы взял. Нехай весь мир подождет, пока Ермола гол забьет. Где пультик? Все, тишина. Пап, я гей. Ну, гей и гей, ничего страшного. Самое главное, чтобы мальчик попался хороший. Мы тебе завтра для тёти Светы отправим, она тебе яичком по спине помотает, все пройдет. Что ж такое, все? Пап, тебе мама изменяет с дядей Валерой. Ты гей, мама с дядей Валерой изменяет. Мишо, разорваться или что? Да что там ще? Привет, це я, Валера. Наши ж раньше на час завода то отпустили. Ну, 200 рублей на наших поставил. Нехай весь мир подождет, пока Ермола гол забьет. Ну, ты понимаешь, а мой сын, дебил, кинескоп спалил. Отче наш, єси на небесі, пускай світиться ім'я Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлеб наш. Ох, єси би мій олуби кінескоп спали, я б убив би нахрен, нахрен би вбив. Все, садись, раз прийшов, давай. Папа, перше слово, главное слово. Тихо-тихо, потом допоєш. Все-все-все, Ермола, Ермола, побіжав, побіжав. Ля-ля-ля. А що це все на Ярмолу похоже, а? Сина, це що іграв? Максим, подвигайся, я походу до тебе. Тираны. Космический. Плюс. Уран. Вене. Домницкий. Выходите. Друзья, стоп, играю, извините, пожалуйста, мы сейчас еще раз выйдем, не принимайте близко. Поиграл в Лигу смеха, класс. Что ты лицо свое кривишь, алло? Команды на сцену детские ансамбли выводят, ты бутыль поставить не можешь. Давай, иди! Ты... Людина нас объявила, уже булки расслабила, кофе пье, я тут таки объявить нас еще раз, да? Пошел с кулис! Что ты на мене? Пошел, мама всегда казала с тобой, никогда больше с тобой не... Что ты на мене? Думай головой, ты, головой свою думай! Всегда таки... Пошел! Извините, пожалуйста. Ветераны. Космический. Войск. Уран. Вене. Домницкий. Выходите. Дебилы.
Блін, Веня, ти бісиш мене вже своїм бутлям. Скільки можна? Ти красавчик, ти люблю тебе. Ти мій кайф, ти мій шоколад. Ребятушки, если вдруг кто-то не понял, на сцене сейчас коллектив «Ветераны космических войск» Киева, Сёр, Прилуки, гоу! Вы билеты покупали, ну а мы не покупали. В этой строчке я ору, чтоб вы небо засыпали. И если спросите вы нас, что мы тут забули, привезли вам гуморешки и миниатюры. И, как вы поняли, эту песню сочиняем на ходу. Счастья, радости пожаем в 18-м году. Эй! А спонсор нашего выступления – новые тесты на беременность «Даша-путешественница». Тесты на беременность «Даша-путешественница». Помоги Даше найти папу. Самая бедная рэп-группа в мире записывает альбом. Внимание! С целью повышения качества связи ваш разговор может быть записан. Я любил тебя, ты любила меня, ты меня не вывозил, я для тебя мечтал стать грузин. Добрый день, меня зовут Дмитрий, чем могу быть полезен? Будьте добры, соединитесь с юридическим отделом. Соединяю. 15-й год, 15-й год, 15-й год! А спонсор нашего выступления – новый футбольный клуб «Эксгибиционист». Футбольный клуб «Эксгибиционист». Играем догола. Представьте, ребенок решил предупредить взрослых о пожаре. Давай выпьем куб с тобой, хоть папа, раз. Папа, я мой зон, не пожар. Ай, ти бач, який поможник у мене росте. Рей, прорабом буде, дома буде строїти. Ай, мам, я можу не знати, а за нього пожар. А, що там, птичка нас, рук? Птичка, розорвав би її, лев, ти мій хищник бешений, ти що? Ай. Мам, я буду пожар. А, да ти не лев, ти гепард, та плигнув би на неї зараз, ти що? Ну, скажите, да вы угораете надо мной или что? Два раза сказал пожар, мы сгорим все чертям собачьим. 40 лет, ума нет. Что с тобой не так, а? Что с тобой не так? Скажи, я говорю, пожар, а ты, что там, сынок, птичка? Птичка там, сынок, говорю, батя, фура навстречку вылетела, ты, что там, собачка? Собачка? Доктор Дулиттл долбаный сказал пожар. Я тоже не настаивай на зомби, надо пожар. Сынок, я бачу, ты днем не спав, так під вечер трошки бісишся. Іди лягай спать і кажи всім пока. Пока. А следующий номер, он как усатая бабка в трамвае. Вроде и противно, но глаз не оторвать. Абсолютно у каждого в универе был такой одногруппник и такой преподаватель. Ні на парах не було, як ти сесію здавати будеш, не знаю, дебіл. А, бумага.
Что ты мне рота закрываешь, Куран? Не надо мне рота закрывать, рота мне закрывать не надо. Но даю тебе последний шанс, так сказать. Сідай, пиши тести. Що со мной творишь, чертяка? Ладно, буду играть по твоим правилам, записуй. В первом А, в другом Б, в третьем С, в четвертом С, в пятом Д. Ладно, Куран, Бог с тобой, в четвертом не С, а Д. В шостом Г, в сьомом Б, в восьмом Д. С козырей пошел. Стой, Куран, а бутылочка-то пустая. Зато ты така гарна. Дорогі друзі, у мене на родині, ну, на батьківщині, в Острі, Пасха припадає на 2 лютого, ну, бо остальні дати зайняті. І от виходжу я вчора з церкви, посвятив яєчки, буженімку, пасочку, блок сіжок Монте-Карло. І назустріч мені йде Емінем. І каже, чуєш, Куран? Unistab in the music, the mole to move. If you have a level, let it go. You give me a one shot, do not miss a chance to blow. One opportunity go, one in a lifetime. Губере. Слышишь, так а ты ему шо? Воистину воскрес. Друзья, если кто-то до сих пор не понял, для вас выступали. Куран, Винни, Домицкий. Я же просила тебя ничего не нажимать. Извини. Модный челендежа. Куран. Веня. Домницкий. Украина. Выходите. Лига смеха, 5-й юбилейный фестиваль, ура! И что принято дарить на юбилеи? Подарки, правильно? Вот, мы с пацанами скинулись словами и написали песню. Go! Музыка громче, глаза закрыты, сезон юбилейный уже открытый. Хлопай и смейся, мы разрешаем ветераны на сцене, и мы начинаем... Go! Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Welt. А спонсор нашего выступления – новый украинский автомобиль ЗАЗ «Кокаин». Автомобиль ЗАЗ «Кокаин». Толкай всей семьей. Мало кто знает, но когда мама ругает ребенка, она действует в паре с невидимым напарником. Мама, мама, я там на городе с Рексом всю клубнику потоптал. Владик, паразит, ты подивись на него, ты подивись на него. Я не могу понять, в кого ты такой, а? Вот что ему сделать? Вот что ему сделать, а? Значит так, стой, готовься, сейчас будешь получать триндюлей.
Мама! Дорогие девушки, если вдруг родители дали вам имя комиссия, то, скорее всего, вы приемная. В любой семье рано или поздно происходит это. Татку, татку, батько, отец. А як я з'явився на світ? Случайно. А спонсор нашего выступления – новый крем для рук, для рук. Крем для рук, для рук, для рук. Мало кто знает, но когда бомжи ругаются, они постепенно превращаются в котов. Это моя карточка! Я говорю, что это жизнь! Да ты врачай! В детстве, приходя в гости к друзьям, нужно было быть готовым абсолютно ко всему. Так, Владичок, включай приставку. Я за маму с работы встречу, будем с тобой всю ночь на приставке играть. Давай, ты самая лучшая мамка, давай. Привет, мам. Что ты лыбишься, скотина? Там со школы звонили, ты что-то с туалетом сделал. Ищи этого дебила, постоянно до нас до дому водишь. Ты что, не понимаешь, он до нас ходит, только чтобы на приставке поиграть. Привет, Владик. Чё ты так рідко до нас заходишь? Времени немає, нічого не делаю просто. Я поняла. Може, чуть покушаешь? А я не голод. Чуть-чуть супчика. Ну коли ти последній раз жиденький? Ну борщика, так? Хорошо. Капельку копніть, я просто не голод. Ця скотина ще й жрать попросила! Владичок, твій борщик. Пробуй. Ну як? Не солене. Мама, ну что ты творишь? Владик же сын нашего мэра. Владик, а может мы нашего борщичка батьку твоему передамо? Чтоб эта скотина наконец-то тротуары начала посыпать!